в вооруженных силах Украины официально появится 5 новых отдельных родов войск. Принятый 16 июля Верховной Радой Украины закон об основах национального сопротивления меняет структуру ВСУ. Предполагается, что после подписания его президентом и вступления в силу, будут внесены изменения в статью 3 закона Украины о вооруженных силах Украины. ВСУ и в дальнейшем будут иметь трехвидовую структуру – сухопутные войска, воздушные силы, военно-морские силы, однако кроме имеющихся отдельных родов войск, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций, отдельный статус официально получит еще 5 родов. В частности, отдельными родами сил вооруженных сил Украины будут силы специальных операций, силы территориальной обороны, силы логистики, силы поддержки и медицинские силы. Отдельными родами войск ВСУ, десантно-штурмовые войска, а также войска связи и кибербезопасности. Напомним, что командование медицинских сил, сил поддержки, войск связи и кибернетической безопасности были созданы в феврале 2020 года, а командование сил логистики в 2018 году. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.